Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами Малик, и мы продолжаем с вами изучение арабского языка. Не забывайте подписываться, делиться, отвечать на вопросы, делать домашние задания, комментировать и делиться благими знаниями. Мы продолжаем с вами третью тему первого раздела, и у нас часть Б. Смотрим, какие здесь предложения и слова новые. Урок связан с буквой «мим», поэтому слова здесь, в составе которых есть буква «мим». Первое слово, как вы видите, «мактаби». «Мактаби» на самом деле состоит это из двух слов. И мы с вами на первом или на втором уроке говорили про слитное местоимение «я». Здесь в составе также есть слитное местоимение «я». Смотрим. Мактаб. Мактаб. Да? Плюс я. У нас получилось, что мактаби. Мактаб — это письменный стол, может быть, офис или кабинет, в зависимости уже от контекста. В данном случае, смотря на картинку, мы понимаем, что это идет речь про письменный стол. То есть «мактаби» — мой письменный стол. Мой письменный стол. И смотрим предложение, которое здесь предлагают. «Аль-хакибату аля мактаби». Вот это «хакиба», да? «Хакиба», то есть «сумка». Аль-хакибату, мы видим с определенным артиклем здесь, говорится о конкретной сумке, то есть сумка аля на мактаби, моем письменном столе. Аль-хакибату аля мактаби, сумка на моем письменном столе. Можно подставлять другие, например, предлоги, можно подставлять другие слова. Иншааллах. Переходим к следующей части, ко второму предложению, ко второму слову. Миляпатун. Миляпатун — это ложка, как мы видим, буква мим, как и мактаб, как и слово мактаб, также мим находится в начале, да, имеет такую форму, как будто головкой вниз лежит, да, то есть... Вот. Миляпатун, мы видим ложка, в конце есть тамарбута. Запоминайте, что наличие тамарбуты, как правило, говорит о том, что слово женского рода. Да, как правило, это слово женского рода. Не 100%, но, как правило, да, оно может быть форму принимать женского рода. Иногда даже какие-то грамматические моменты тоже из-за этого будут считаться с этим видом, но, как правило, да, мы видим тамарбута, и это признак женского рода. А в арабском языке у нас всего два рода. Это мужской и женский, то есть среднего рода нету, как, например, в русском языке. Поэтому, если слово, вы знаете, женского рода, например, отсутствие тамарбуты, как слово «мактаб» выше, это мужской род. И как раз мы смотрим по предложению и видим, опять же, «хазихи миляпатун». «Хазихи», вспоминаем, это указательное местоимение женского рода, да, то есть как раз так как «миляпа» — женский род, ну, как бы по использованию женского рода, да, потому что, ну, в каком-то языке может ложка мужского рода, да, то есть каких-то признаков рода у нее нету. Просто в использовании в арабском языке это женский род. Поэтому по использованию это женский род. И из-за этого указательное местоимение здесь «хадихи», да, так как «хадихи» — это указательное местоимение для женского рода. «Хадихи миляпатун» — это ложка. Это ложка. Итак, переходим к третьему предложению. Мударрисун. Мударрисун — это учитель. Учитель. Да, от дароса. Дароса. Эти глаголы.
То есть преподавать, как бы учить, учитель, тот, кто учит. Опять же, мим в начале мы видим только с другой гласовкой, с гласовкой бамма. И у нас есть здесь удвоение, да, не мударисун, а мудерри, мудеррисун. Тажрид, удвоение буквы ра. Смотрим предложение какое. Ана мудеррисун джадидун. Ана мудеррисун джадидун. Ана — это я. Так как мудерри здесь слово мужского рода, да, то она здесь имеется в виду я как мужчина, да, то есть от мужского рода, да, ну, можно использовать и для женского рода. Но тогда нужно учитывать, что надо сказать учитель уже в женском роде, да, учительница, как бы. Здесь мужской род. Ана мудеррисун джадидун. Мы видим здесь впервые прилагательное. Прилагательное джадидун, которое приходит в роли такого обстоятельства, да, которое описывает слово мудеррис, то есть какой учитель? Новый. Джадид — это новый. И опять же, в арабском языке вы заметите, что мы говорим новый учитель, сначала говорим новый, потом учитель. А в арабском языке наоборот, сначала учитель, то есть главное слово идет впереди, а затем то, что его описывает. И это мудеррисун. Такие прилагательные, как на этом примере мы видим, они согласовываются с определяемым словом, то есть в данном случае со словом мудеррис, в четырех категориях. Эти категории у нас, можете себе записать, это категория род, это категория число, это категория падеж и категория состояния. Что имеется в виду? Еще более подробно мы, возможно, будем с вами говорить об этой теме, но так как здесь пришел этот пример. То есть род, мы видим мударрис, мужской род, джадид тоже мужской род, число, и это в единственном, и это в единственном числе, падеж, который указывает эти гласовки конечные, мудеррисун, джадидун, тоже у нас один здесь, и состояние, то есть они в неопределенном состоянии. Да, например, в первом предложении у нас было аль-хакибету с артиклем, то есть в определенном состоянии. Здесь же в неопределенном состоянии они тоже совпадают. То есть род, число, падеж и состояние у нас должно совпадать, чтобы это слово, которое стоит после, считалось определением к определяющему слову. И в русском языке мы обычно его говорим в начале. Да? То есть я новый учитель. Я новый учитель. И четвертый пример у нас это «Саллим аля валидик». «Саллим аля валидика». «Саллим» — это глагол повелительного наклонения, где мим приходит у нас с сукуном. «Саллим» — это «поприветствуй» или «поздоровайся». Да? «Саллим» — «поприветствуй». Такой глагол используется часто с предлогом. Да? То есть если мы хотим сказать «поприветствуй кого», мы говорим «поприветствуй», например, твоего отца, как здесь, без предлога, да, или поздоровайся с, вот, может так, поздоровайся с своим отцом. В арабском же языке используется предлог аля, хотя у нас до этого, помните, как в первом предложении аля мы переводили как на, да, то есть сумка на моем письменном столе. Здесь предлогом, здесь глаголом саллим, здесь глаголом «саллим», то есть «поздоровайся», «поприветствуй», используется предлог «аля». То есть «поприветствуй» «валидика», «валид» — это отец, да, как бы родитель мужского рода, да, то есть отец. И мы видим слитное местоимение «ка» пришло. «Ка» уже слитное местоимение, это такое же слитное местоимение, как и «я», которое в конце, но «ка» говорит о том, что уже это лицо или это какая-то вещь, может быть, как у нас было с мактаб, относится к вот этому местоимению. И «ка» — это говорит о
Анта, то есть твой, да, анта, валидика. То есть саллим аля валидика, поздоровайся с твоим отцом, да, или со своим отцом, как мы обычно говорим. Смотрите, какие у нас были слитные местоимения и как они соответствуют. То есть у нас было личное местоимение «она», то есть «я», и ему соответствовало слитное местоимение «долгое и», да, когда «кясра» и потом «я». Теперь мы видим слитное местоимение «ка», то есть это в основе «анта». Да, «анта» и слитное местоимение у нас «ка». Слитное местоимение у нас «ка». Разделим. И сразу вам еще скажу одно. «Анти», если вы говорите «девушке», тогда это будет «ки», «анти», «ки». То есть, например, «аля валиди ки». Ну, здесь чуть-чуть это будет некорректно, нужно еще будет подкорректировать глагол, то есть, чтобы это было обращение к, муж, к женскому роду. То есть, например, мы можем сказать «аль-хакибету аля мактаби ки», да, или «мактаби ка». «Аль-хакибету аля мактаби ки». Или «аль-хакибету аля мактабика», то есть на твоей, на твоем столе, смотря к кому вы обращаетесь, к мужскому роду, значит «ка», к женскому, значит «ки». Итак, это было у нас последнее предложение в этом уроке. Прочитаю вам все предложения, чтобы вы повторили за мной и прописывали, составляли свои предложения, иншаллах. Итак, первое предложение. Аль-хакибату аля мактаби. Хадихи миллякатун. Ана мударрисун джадидун. Саллим аля валидика. Баракаллаху фикум. С вами была Умалик. Не забывайте распространять, подписываться и делиться благими знаниями. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.